Новый автобусный маршрут, возможно, появится в Рубцовске в середине года. Об этом рассказал председатель городского дорожного комитета. Явные проблемы с автобусным сообщением в городе есть давно. Если в центре автобусы ходят регулярно, в течение нескольких минут можно дождаться нужного рейса, то в других районах, например, Западном, Садгород, рубцовчане порой ждут возможности уехать по 30-40 минут. Как пояснили представители городской администрации, работа по созданию нового 99-го маршрута уже началась. Он дополнит уже имеющийся 9-й маршрут. 99-й маршрут, чтобы внести в реестр, он выставлен на сайте для того, на обсуждение граждан города. То есть это нормативный правовой акт, мы не можем пройти без этого. То есть вот в течение месяца мы вносим изменения в реестр и будем выходить на конкурс. Также представители власти пообещали решить проблему маршрута номер 30. Нынешний автоперевозчик, по их мнению, не справляется с обязанностями. Автобусы ходят нерегулярно. Теперь через суд они пытаются передать лицензию другому перевозчику.